Неделя начала суматохой, вызванная обысками в домах представителей дагестанских кланов. В центре внимания силовиков и общественности оказались министр образования и науки Шахабаз Шахов и экс-градоначальник Каспийска Джамалудин Омаров. Оба из ближнего круга Абдулатипова. Под каждым из них достаточно серьезные финансово-экономические интересы и определенные политические амбиции. Как объяснить эти атаки правоохранителей на клановых чиновников? Только ли как новое обновление? На этот раз по-настоящему. Интриги, комментарии, расследования в материале Умы Ибрагимовой. Фотоколлаж этой тройки собран неспроста. На этой неделе проверили троих чиновников, как дома, так и рабочие места. Подозревают Шахова, а по некоторым предположениям и Джамалудина Омарова в хищении денег. Причем обыск провели не республиканские силовики, а представители Следственного комитета СКФО. Заинтересовались федералы? Это серьезно. Зачем пришел? Должок забрать. Я долги забирать люблю. Республика решила взыскать долги? Нет, страна решила взыскать долги. Куда пропали 88 миллионов рублей во время строительства школы в Каспийске? Выясняют, и первым, на кого око Кремля обратил свой взор, стал министр образования и науки Дагестана Шахабаз Шахов. Ведь непосредственно его ведомство контролировало ход строительства школы. Назначение Абдулатипова в прошлом ректор педагогического университета и руководитель администрации президента и правительства республики. И при всех своих значимых должностях, по мнению экспертов, Шахов неоднократно был замечен в злоупотреблении служебных обязанностей. Этот период тоже был отмечен нашими коллегами-журналистами скандалами, поскольку исполняющий обязанности ректора обнаружил, значит, нарушение в его работе. И, значит, велось определенные какие-то расследования по факту там проведения ремонта, расходования средств на ремонт зданий ДАГПЕДУниверситета. Вот. Но они тоже ничем не завершились. Строительство учебного заведения на 1224 места находилось под личным контролем как Шахабаза Шахова, так и председателя правительства республики Абдусамада Гамидова. Строительство было начато в конце апреля и должно было завершиться в декабре 2016 года. Иначе, как заявлял Абдусамад Гамидов, Дагестан не мог попасть в программу по финансированию строительства подобных школ. Это привело к тому, что Шахабаз Шахов и начальник отдела архитектуры и строительства Каспийска Ахмед Махов подписали акт приема данной школы, несмотря на то, что она фактически не была готова к вводу в эксплуатацию. Коснется ли теперь обыск Гамидова и Махова, пока остается под вопросом. 88 миллионов рублей – это только первоначально названная сумма, и она, на мой взгляд, может быть раза в полтора больше на самом деле. И, скорее всего, вот идет сейчас работа по выявлению остальных таких побочных каналов хищения денег, поскольку более чем миллиард рублей потратили на школу, и хищение там, скорее всего, не ограничится этой суммой. Говоря о деятельности Шахова на посту министра образования, политологи отмечают, что на него возлагались большие надежды, особенно когда он вплотную начал заниматься очищением ЕГЭ. Однако, по словам наблюдателя, как бы министерство ни пыталось показать, что проблема подкупов искоренена, настоящего очищения так и не произошло. Ситуация с ЕГЭ, она как бы из таких, скажем там, дворовой обстановки, кабинетно-дворовой обстановки, она просто так ее хорошенько оградили таким большим массивным занавесом, да, вот сквозь которую пробиться ни родители там, ни какие-то другие стороны вот этого ЕГЭ, они уже как бы не могут. Но, насколько я знаю, как решался вопрос сдачи ЕГЭ там без определенного объема знаний в голове, как бы и сейчас решается. Скандал с нецелевым расходованием денежных средств при поставке компьютерных комплектов в школы, проблема питания многопрофильным лицеем и многие другие коррупционные эпизоды ударили по авторитету Шахова. Однако каждый раз дело закрывалось, так и не успев начаться. Внимание к этому министерству, наверное, оно не случайно, оно обусловлено тем, что через нее проходит самое большое количество объем бюджетных средств.
почти около трети, 25-30 миллиардов рублей ежегодно мы тратим на образование, систему образования в Дагестане. Ну, почти половина там уходит на учителей, зарплату учителей имеется в виду, работников образования. Но около половины идет по расходам на питание, на ремонты школ, на строительство школ. И, естественно, вот в этих, как говорится, в этих расходах обычно закладываются какие-то возможности для хищения. Обыск в доме Омарова вызвал намного больше вопросов. Многие СМИ считали причиной обыска у экс-мэра Каспийска те же хищения в школе. Так в чем же причина? Политологи допускают, школа ни при чем. Дело в незаконных застройках. Я подозреваю, что все-таки обыск у Джамалдина Омарова может быть связан не только с этим участком дороги, который там был застроен к Аблотипову, где дом, где Аблотипов жил или живет, вот, а может быть связан еще с другими причинами, может, с выделением каких-нибудь земельных участков незаконным, которые вот в Каспийске, там большая застройка, как вы знаете, идет вокруг Каспийска. Родственник Гамидова и Сулейманова, член так называемого Микигинского клана. Оставить пост просто так он не захотел. Передал власть зятю Магомеду Абдуллаеву, тем самым продолжая принимать решения в любимом городе. Конечно, передача вот власти своему зятю в городе Каспийске, она, конечно, вызвала отрицательную реакцию не только каспичан, наверное, но и дагестанцев. Во всяком случае, у многих возникло подозрение, некрасиво так это делать, как минимум, да? Шахабас Шахов и Джамалудин Омаров были одними из приближенных экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Кто-то даже называл их хорошими друзьями. Глава ушел, и, как ни странно, следователи начали именно с них. Если у Джамалудина Омарова обыск прошел впервые, то у Шахабаза Шахова только за этот год уже во второй раз. Напомню, первый был 22 марта. Поймут и простят и в этот раз, или же копнут поглубже, пока непонятно. Во всяком случае, зачистки уже начались, и общество с энтузиазмом ждет новой жертвы следователей. Умай Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, специально для итогов недели.